Отдел надзорной деятельности Сланцевского района Ленинградской области информирует. В сентябре месяце 2016 года на территории района произошло два пожара. 3 сентября 2016 года в 2 часа 32 минуты в городе Сланцы по улице Зеленая Роща у дома номер 38 сгорели все сгораемые части автомобиля «Шкода Октавия». Причина пожара выясняется. 17 сентября 2016 года в 20 часов 16 минут в городе Сланцы по улице Декабристов у дома номер 22 в блочной бане крытой металлочерепицей размером 4 на 6 метра выгорело подкровельное пространство по всей площади. Причина пожара – перекал металлической дровяной печи.